Как правильно убирать морковь? Убирать морковь нужно бережно. Корнеплоды не выдергивайте, а подкапывайте, в ведро не бросайте, а кладите. Ботву обрезайте ножом, а не обламывайте. Любое повреждение – место удара, царапина и бактерии уничтожат ваш урожай. Морковь боится порезов, потому что в ранках у нее быстро развиваются болезни. Выкопанный урожай необходимо просушить, но при этом его нельзя оставлять на солнце, даже ненадолго. Когда корнеплоды выкопаны, важно правильно подготовить их к зимнему хранению. Листья обрезайте сразу, так как овощи, вынутые с ними из почвы, только за сутки теряют до 10% влаги и плохо хранятся. Чтобы не повредить кожицу, землю лучше не счищать. Ботву можно срезать вместе с головкой. Срезайте головку на 0,5-1 см вместе с точкой роста. Причем срез должен быть ровным и гладким. Такая морковь хорошо хранится и даже весной не становится дряблой. Для хранения корнеплоды желательно раскладывать по сортам, поскольку они могут значительно отличаться способностями к хранению. Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы не пропустите новое видео, в котором узнаете много нового и интересного.